Bună ziua! Am avut discuții cu 3 zile în urmă. Dacă să luăm, să deschidem cărțile, ce am vorbit 3 zile în urmă, exact ceea ce s-a întâmplat astăzi, 3 zile în urmă am vorbit. Totul va reveni la normal, odată și odată. Totul va fi pe... odată și odată va reveni la normal, va sigur, indiferent cum, când. Vom fi noi aici sau nu vom fi noi aici? Va fi bine. Mai sigur. Mulțumesc jucătorilor că... nu știu, că au dat autodeterminare. Păcat că nu am realizat ocaziile care le-am avut. Ну, во-первых... Я так думаю, что игра была интересная как для болельщика, так и для всех, кто ее смотрел. Она закончилась 1-0, а могла закончиться с хоккейным счетом. И 6-4, и 6-5, и 7-3. Первый тайм хотели хорошо сыграть компактно в обороне. Где-то у нас это не получилось моментами. Первые 20 минут мы провалили игру в обороне. Хочу особое спасибо, да, поблагодарить соперника. Очень хорошая команда, очень хорошая игра в атаке, очень игра агрессивно. Просто они еще не реализовывают свои моменты. А может быть, она одна из самых лучших на данный момент в чемпионате. По второму тайму как чуть прижались к воротам к своим. Знали, что соперник полезет, им надо забивать. Пытались поймать их на контратаках. Как бы, в принципе, сзади мы не пропустили, а впереди у нас, то есть в атаке у нас были свои моменты, которые мы просто еще не реализовали. То есть я думаю, что игра была интересная, в первую очередь для зрителя,